Когда я в первый раз открыл капот этого автомобиля, поначалу ужаснулся. Очень мне все это напоминало RB2.6 DETT от Nissan. Конечно, машина очень понравилась. Я брал ее для себя. Козюки, конечно, но кто-то написал, что двигатель 3 литра. Вот я и купил. Оказалось, не 3, а 2. В тот момент она как-то моему Sky'у и проигрывала. То бишь, можно было таки выбрать своего Sky'а, который, по сути, и не ездил. Или 2-литровый турбированный автомат от Toyota. Я выбрал Sky'а. А что с этим автомобилем? Конечно, была машина супер и по кузову. Если бы ее не расколотили, пыхтела бы и дальше. Причем били ее и неоднократно, и все-таки это Toyota. Биение Sky'а приносило убытки, биение Toyota только прибыль. Она вообще не ломалась. Что произошло в особенности? Цена покупки 120 тысяч рублей. Чуть поднастроили турбину, малость подвеску, продали за 150. Супер машина. Знал бы я, что такая прочность, оставил бы себе. То есть и движок был на славу, и без дебильных кобыл, но судьба решила так. Пришлось продать с обменом на кухню, которая стоит уже 13 лет. Жалко, конечно, но эта машина была в моей личной коллекции 10-й по счету. Сейчас пока личная коллекция своих машин увеличилась до 15. То бишь к тому, что я реально не помню, плюсом еще 5.